Ребят, всем привет! Привет! Как мы и обещали, у нас сегодня встреча с хозяином нашей квартиры. Сегодня проведем вечер на 5-м этаже, на крыше. Пожарим сегодня мясо, как мы и обещали. Когда мы были у них в гостях, мы сказали, что будем жарить мясо. И угостим его нашим мясом, так сказать. Нашего рецепта, да? Нашего приготовления, да. Да, нашего приготовления. Катя закупила в Метро шею. Это очень хорошая новость, потому что из шеи хорошие шашлыки получаются. Что еще? Есть что-нибудь добавить? Да, и не только шею. Давай покажем. Ну, давай покажем. Я купила вот такой бекон. Он замороженный, сейчас немножко подтает. Мы его будем вот с этими белыми грибочками делать. Угу. Мы, в общем, вам все это покажем. Угу. В процессе, так, да, покажем? Это у нас ребрышки свиные. Тоже они тут подтаивают у нас. Это на решетку, да? Это, да, сосиски, вот эти с сыром сосисочки. Вау, извращение. Вот эти сосисочки со вкусом базилика. Понюхай, как пахнут. Вау, как базилика. Пахнет вкусненько. Вот. И здесь у нас еще крылышки. В общем, поснимаем все процессы приготовления. Сейчас ты что делаешь? Рассказывай. Сейчас я помыла шею и ее нарезаю большими кусками, почему? Чтобы... Как? Почему? Большими кусками почему нарезаешь? Ну, ты будешь на шампур их одевать, то есть я их вот так порежу, и ты будешь на шампур их одевать, правильно? Вот. Ты можешь сам мясо нарезать, я, кстати, тебе уступлю это. Ну, давай, я сейчас возьму, давай. Везде жировая прослоечка идет. Шея, я считаю, это самое мясное, самое шашлычное место. Кусочки мы, ребята, нарезаем не такими крупными, как в России. Принято, вот. В Китае принято, я не знаю, ну вот буквально вот так вот. Чуть-чуть. На зубочистку. Мы нарезаем чуть больше, чем китайцы делают. Так, ты не стой давай, у нас немного времени осталось. Тем самым временем я готовлю соус, в котором будем мариновать шашлык. Нам потребуется лук, киви. Вот это смесь пряностей аджика называется. Соевый соус и соль. Сейчас, в общем, мы все это, лук с киви, в блендере перемешаем и добавим в мясо. Все, Слава расправился с мясом. Мясо у нас нарезанное. А если у нас ролик выйдет на минут 40 или 50, ребята не обидятся? Я думаю, нет, они не обидятся. Перемалываем. Все, готов у нас соус. Выливаем. Так. Ой, пахнет как вкусно. Чем? Лук с киви. Понюхай. Злючий, но... Но киви смягчил маленько вот этот. Да. Злючись. Так, теперь добавляем соевый соус. Соевый соус покажи, какой наливаешь. Вот это, кстати, самый классный соевый соус, по моему мнению. Мне Виктор подсказал его пить. Соли. Не знаю, на глаз. На глаз соли. Это смешно. И приправу. Покажи, какая приправа еще раз. Аджика. Сухая смесь, пряности, специи. Дальше. Угу. Ну и все это перемешиваем. Киви добавляется для того, чтобы ускорить процесс именно маринованием. Маринованием. Чувствуешь, мясо, да? Кислинка какая-то. Задышала прям, да? Да. Так, мы еще, ребята, решили добавить черный перец. Он, возможно, есть в этой приправе, но мы решили отдельно его добавить. Крылья решили замариновать таким же маринадом. Мы запаслись вот такой посудой. Специально одноразовая посуда, да, для барбекю. Ребят, сейчас принялись, в общем, готовить китайское блюдо. Это бекон. В бекон заворачиваем грибочки вот такие белые. И очень вкусно, очень нам понравилось. Я думаю, что нашим китайским друзьям понравится. Берем грибочки белые, срезаем. Давай туда лук добавим. Корешки. Заворачиваем наши грибочки в бекон. И надо будет насадить эти грибочки на шпажку, чтобы они не ускакали у нас, никуда не выскочили. Имеем вот такую деревянную шпажку, протыкаем насквозь. Бах! Смотрите, ребят, какие штучки получаются красивые. Повторить, наверное, в России это будет нереально, потому что грибочки, где такие взять? Я думаю, сейчас в России можно такие купить. Ну, если можно, то очень клевая штука на шаукау, на шашлыки прям вообще клево. Принес к Вайди посылку и посмотрите, что я там обнаружу. Катя заказала майонез иркутский по 15 юаней одна штучка. Вау, иркутский майонез.
Офигеть. Круто. Вот это посылка, я понимаю. Сейчас перемещаемся наверх, на крышу. Накрываем все полиэтиленом, чтобы мухота там не сидела. Это все пойдет на крышу. Вот мы поднялись на крышу, ребята, и он тут уже поставил стол. Мы сейчас начали перемещаться, перетаскивать наши все заготовочки. У него есть тоже мангал, но наш мангал какой-то поудобнее, что ли? Более такой квадратный, более привычный. В общем, сейчас мы его достанем, поставим и будем разводить огонь. Крыша у него очень удобная, функциональная. Здесь у него огород свой, он берет тут какую-то там траву, он шпинат что ли выращивает. И здесь удобно то, что раковина есть, можно помыть, посуду можно помыть. В принципе, все есть. Так, я сейчас взял эту решетку, которая с мангала, она немного ржавая. Купил в магазине вот такие вот щетки. Сейчас я ее ототру и пойду разводить огонь. А кто у нас пришел? Витя! Привет. Здорово! Я... Можно вот просто... Брата! Брата! Чайный брата! Чайный брата! Мяса мало? Или хватит? Вам вообще хватит, там много? Раз, два, три, четыре, пять! Много? Здесь у нас заготовленные угли. Хозяин дома предоставил нам угли. Кстати, как имя его? Давай имя узнаем его, чтобы мы могли по имени обращаться. Ален. Ален. Ален? Это имя, просто имя. А можно просто Ален? Ален. 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 Все, теперь мы его знаем официально, как его зовут. Нет. Ломаем. Смотри, какая коряга здоровая. Суровые сибирские мужики вот так раскалывают уголь. Ален ведет отчет друзьям. Your friend? Друзьям. Да. Хорошая, fast. Говорит. Да, говорит, хорошая идея, то, что вот я так сделал. Я немного раскалил угли в центре, потом в кучу все составил, включил вентилятор. Смотрите, как быстро. Запекаем все это дело до черной корочки. В общем, то, что они горят, это ничего страшного. Вот пришла жена хозяина квартиры, Алина. Имя жены спроси. Афей. Афей. Ахуй. Ахуй. О, все, мы теперь знаем их имена. Алина и Ахуй. Алиан. Алиан, правильно? Алиан. Ахой. Овощи охлаждаются. Я закинул еще угли, потому что угли с первой партии почему-то кончились. Будем жарить наши шашлычки. Полинка молодец, тоже помогает. Она маме помогает. Я уже научилась, меня мама научила. Мангал немного неудобен. Сильно широкий. У нас шампура маленькие, поэтому приходится вот так вот делать. Делаем. Вот так вот маленечко можно, в принципе, даже сдвинуться. Очень хорошие угли. Вентилятор их подогревает так хорошенько. Обдувает шампурочек. Сейчас надо померить. Идеально. Переворачиваем наши шашлычки. А тут уже вот такая красота. Посмотрите, как выступает от нее жирочек. Она сама смазывает. Не надо ни маслицем, ничем не смазывать, как китайцы делают. Бах. Шампура, конечно, неудобная, зараза. Надо купить все-таки. На Таобао поискать, да, Кать? Надо с России привезти, наверное, в чемодане. Ну или с России. Мы привыкли к таким широким, прям, чтобы прям вот так переворачивать можно было. Вот, ребят, что у нас получилось. Буквально еще 5 секунд. И будем снимать. Пришли еще друзья хозяина, получается. Мы сказали, что давай еще кого-нибудь зови, потому что мяса очень много. Они говорят по-кантонски, поэтому Виктор иногда перевод не делает, потому что он не знает кантонский. Наши шашлыки готовы, снимаем. Вот это я,
Вкусно. Витя, наливай вина. Десятки, как? Ну, прикалывался мне, но мне кажется, все равно понравилось. Они прям вот наяривают. Мясо прожарилось. Катя, мясо вообще идеально. Бекончик наш поставил. Буду маленько подбегать, контролировать. И пойдем, наверное, сейчас винишко выпьем. Да, прошу, давайте. Давайте выпьем. Давайте. Давай. Вкусно. Вкусно. Есть такое ощущение, как будто вы как дома. Да, как в России. Давай. Это что такое? Скажи ребятам. Это яблочный сок. Очень вкусно, да? Да. Мясо получилось просто шикарное. И, кстати, даже практически жевать, да? Не надо. А? Им понравилось. Да, оно прям сочное. Они такое любят. Катя у нас тут занята, нарезает. Как эта штука называется? Рагу овощное. Рагу. И я о тебе не забыл. Держи. Спасибо. Мне уже ребенок приносил. Очень вкусно. Мясо как тебе? Вкусно. Слушай, вот шея, да? Даже и особых каких-то навыков не надо, да? Посолил, поперчил и все, да? И пожарил. Но плюс киви. Нет, нет, это шея. Приготовились наши рулетики, да? Давай, пробуй. Бери самую красивую, которая тебе нравится. Это вообще-то не твоя тарелка. Это моя тарелка. Теперь я буду пробовать вот эти сосисочки. Раскрутилась. Ну как? Это с базиликом, а это с сыром. В общем, ребят, мы им предложили майонез попробовать. С мясом. Так пробует. Странно. Так, смотрим на реакцию. Мальчик пробует с майонезом, смотрите. Не нравится, прикинь. Вот эта сосиска с сыром. Сыр? Да, с сыром. Внутри сыр. Очень сочная. Маленько подгорели, потому что не получается сразу снимать, жарить. Еще какие-то процессы контролировать. Еще всех усадить за стол я не мог. Все что-то ходят, бродят. В общем, реакцию какую-то не получилось отснять. Ну, в общем, в целом вроде нравится, но майонез им не понравился. Нет, они просто из вежливости сказали, что вкусно. Тебе, кстати, майонез по-честному понравился или нет? Это еще другой соус. Ну, жирновато, да, если потому мясо? Потому что я много кушал. И еще другой соус, да. Горчица. Ника, а тебе это майонез нравится? Или нет? Да. Ничего не понимает, да? Не чай. Try. Ему понравился майонез, нет? Это больше нравится. Майонез? Да. Вот, она что-то открыла, что это такое? Рыба. Она готовила? Улан. Это хунанское блюдо. Она готовила? Не сиди, что там? Она готовила. Давай пробовать будем. Она работает на фабрике. Напоминает наше русское. Покажи. Слушай, похоже на красную рыбу. Ну, как? Остро. Остро? Да, и она перед приготовлением была подсушена сначала, вяленая. А потом прошла какую-то термическую обработку. Очень остро. Мясо такое тягучее. Ну, такое. Да, вкусно. Мне нравится. Да? Слушай, похоже по вкусу на горбушу, да? Mm-hmm. Я сначала не могла понять, что мне напоминает. Ребята, у нас еще еда. Так, она, ребята, в общем, сходила и наготовила лапши. Видимо, еды мало. Много еды. Смотрите, здесь яичница, здесь стеклянная лапша с яйцом. Им надо рис. Да, им надо закусывать. Яйца жареные с двух сторон, но внутри как в смятку приготовленные. Вкусно, вкусно. Очень вкусно. Тамошные яйца не здесь купили.
Домашние. На рынке не купишь такое. Вот эта женщина, я не знаю, как ее зовут. В общем, приглашенная. Она, в общем, позвала нас на... Ну, в общем, будет следующее застолье. И с их стороны они, в общем, будут готовить китайские блюда. Вот, она сказала, будут эти устрицы готовить, да? Что там она еще сказала? В общем, будет следующее... Амара. В общем, будет по-китайски, да, следующее застолье, да? Да. Все или то ли стеснялись, Катя, да? То ли, я не знаю, может быть, так принято по-китайски. Но только сейчас все уселись, до этого все прыгали, бегали, там суетились. Сейчас сидят, потихонечку разговаривают. Вот это хорошо. Сидят, разговаривают, обсуждают еду. Дети уже давно уже отвалили. Мы сидим, потихонечку дегустируем. Мясо остывает. Надо подогреть, наверное, да, его? Это все, что осталось. Шея, безусловно, всем понравилась. А сейчас будет, ребята, по китайским традициям нужно сфотографироваться обязательно все вместе. Это что? 萝卜糕，萝卜糕，萝卜糕，萝卜，редиска. Не горит. Так, нет, тут, ребята, в общем, мяско. Идеально все пока, идеально. Сегодня все идеально. Все идеально. Как мы успеваем, я вообще сам себе удивляюсь. Наступает урок русского языка. Будем учить китайцев говорить по-русски. Нигао, нигао. Здравствуйте. Скан, скан, люди. Привет. 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 Молодец. Молодец. Привет. 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 Вот, сейчас, идем. Привет. Привет, окей. Окей. Very good. Привет. Так. Он хорошо говорит. Привет. 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 Хорошо. Давай, следующее слово какое? Спасибо. 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 Да, спасибо. 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 Молодец. Путин. Watch TV. Watch TV. Speak. Короче, он говорит, Путин быстро говорит, непонятно. Будет, говорит. Потому что он чего хотел сказать. Ты научил его, только один слово так сложно. А Путин много говорит быстро. И вот так. Как ёбань? Путин, бай. Си Чжу Си. Си Чин Пин. Лянго си вэлэ гуд. Путин, Си Чин Пин. Товарищ молодой запросил водки. Мы, естественно, принесли ему... Русскую водку. Пробуй. Гамбэй, гамбэй, гамбэй. Гамбэй, гамбэй. Гамбэй, гамбэй. Гамбэй, гамбэй. Гамбэй, ему не нравится. Что ты ему сказал, что он сказал? Россия надо там, да. Да, да, сколько налил, столько надо выпить. Да, да, да. Не обязательно показывать, что ты выпил все. Это не обязательно. Честно, ему понравилось или нет? Нет, это же что, сказать, ты чувствуешь, что каждый чувствует по-разному. Кто-то любит, кто-то не любит. Вкус нравится, просто крепкость, да? Чуть-чуть ниже, чем китайская водка. Он чувствует. Поменьше, да? Да. Ну, ему не особо понравилось, да? Нормально. Нормально, да? И надо закусить, скажи, выпить и закусить сразу. Да, он ничего не знает. Буквально, вот прошло, не знаю, 20 секунд буквально. Он говорит, наливай еще. Понравилось, наверное. Между первой и второй, да, перерыва совсем нет. Смотри, 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 скажи, вот так вот берешь. Вот так вот берешь. Он прям на камеру. Выбил. Скажи ему. Скажи. Вот так берешь. Раз. 让你看一下那个俄罗斯人喝酒，喝完酒之后，马上要吃的东西。哦，慢点，给你展示一下怎么吃。
Я скажу тост, он переводит. Я рад сегодняшнему вечеру. Я рад тому, что мы сделали наконец шашлыки от нас. Я хотел угостить их. 早就想了，就是做点烤肉，做点俄罗斯风味的烤肉来款待你们。对，以呃让новому знакомству，то есть вот пришли друзья，и его друзьям。Да, рад и его друзьям。Левыми руками жмем нормально。Я пью за дружбу Китай и Россию。他说我为了中俄友谊干杯。Welcome to Panyu. Welcome to Panyu. Добро пожаловать. Давай, ганбэй. Ганбэй, приветствуем вас. Мы понимаем. Окей, все, пьем. Все, все. Ганбэй. Ганбэй. Панье. Ганбэй. Гуанси. Ганбэй. Это Гуанси. Он из провинции Гуанси. А, Гуанси. Он, в общем, заявил, то, что русский язык очень сложный. То, что сильно длинный. Допустим, говоришь се-се, ну быстро се-се, да? А по-русски спасибо. Долго вообще, короче. И особенно счет. Один. Да, один. Я. По-гуандунски. Да, по-гуандунски я. То есть, ну, один. Быстро, да? А по-русски один. Это много, говорит. Четыре буквы. Один, один. Я. Сам. Сэй. Мне пять нравится. Просто. Пять! Понимаете, как сложно? Пять! Я согласен, легче. Просто лень, понимаете? Лень сказать им. Просто это пять. А как сказать пять штук? Мга! Правильно? Мга! Мга! Ну, правильно? По-нонски есть какая-то конус. Мга! 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 Я считаю, что кантонский язык ленивый. А ты выучи! Все, ребята, закончили нашу посиделку. Все разошлись. Долго сидели очень... Ален. А, я запомнил. В общем, долго сидели с Аленом, в общем, с Виктором. Виктор, в общем, переводил нам все. Много решили вопросов. Обсудили то, что якобы мы здесь еще остаемся на год. В общем, поговорили маленечко, мешаем ли мы ему, он ли нам мешает. В общем, пришли к тому, что никто никому не мешает, они там караоке поют, это окей, короче. Ну, действительно, так мы это обсудили, все по-честному. Мы спросили, мешаем ли мы, он тоже ответил на то, что... Он ответил на это, то, что нет, не мешаем. Что еще? Посидели, отлично, да, Виктор? Супер, да? Было все вкусно, мне сегодня прям вот... Прям шея была бесподобна. Вот. Да, все зашло. Им тоже все понравилось. И все. Заканчиваем видео на этом, да? Да. Давай, Лобан, давай. Давай. Подписываем на наш канал. Ставим лайки. И всем пока. Very happy. Пока. Very happy. Пока. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.